Продолжается народное голосование в рамках национальной премии «Горы России», где каждый россиянин имеет возможность выбрать любимый курорт, отель и даже туроператора. Эта премия будет присуждаться уже во второй раз и поможет выявить лучшие отечественные горнолыжные курорты и показать, где предпочитают отдыхать россияне. В борьбе за этот знак туристического качества участвует и всем известный курорт Архыз, который уже второй год становится лауреатом этой премии. Чтобы доказать, что наш курорт лучше не только в республике, но и по всей России, каждый желающий может отдать голос в его пользу. Это не займет много времени, достаточно лишь выполнить пару простых действий. Голосовать можно будет на сайте «Горы России». Если вы ведете в Яндексе, он вам выдаст этот сайт. И хотелось бы отметить, что курорт Архыз номинирован сразу в трех номинациях. Это у нас лучший горнолыжный курорт, лучший горнолыжный курорт Северо-Кавказского федерального округа и лучший горнолыжный курорт для семейного отдыха. Здесь хочется отметить, что курорт Архыз также ранее был признан лучшим курортом для семейного отдыха.